Наталья Каплан на личный прием главы Красногорска пришла не одна. Компанию ей составил младший 9-месячный сынишка. Небольшое семейство дожидается папу, находящегося в зоне СВО, и из тыла оказывает супругу и отцу всю возможную поддержку. За помощью в исполнении очередной просьбы с передовой Наталья и обратилась к Дмитрию Владимировичу Волкову. Квадрокоптеры, амуниция, он у меня танкист, маскировочная сеть, форма, потому что она у них там изнашивается буквально за пару недель. То есть там не постираться нигде, ничего, соответственно, приходится все время новое. Есть стандартные вещи, конечно же, и гуманитарная помощь, есть вещи и глобальные, жилищные вопросы. Здесь мы тоже посмотрим, и я поручил, чтобы на комиссии также рассматривались. Понимаю, что, может быть, глобально сразу где-то не удается решить, но все вопросы, все до единого, и я об этом уже коллегам сказал, связано с нашими героями, будут на отдельном контроле с моей стороны, и мы в силу разных возможностей должны находить способы именно решения тех запросов, которые есть сегодня со стороны и жен, и мам, и сестер. Еженедельные встречи с членами семей красногорцев, участников боевых действий, становятся новой традицией, отметил глава округа. Работа с обращениями родных и близких военнослужащих в подобном формате будет вестись на постоянной основе.